Индийский астролог Пунит Нахата предсказал, 5 миллионов получат эти знаки зодиака с 15 октября. Приветствую всех любителей астрологии. У нас на канале сегодня особенная новость. Индийский астролог Пунит Нахата предсказал невероятные финансовые успехи для некоторых знаков зодиака, начиная с 15 октября. И речь не о мелочах, 5 миллионов долларов могут стать реальностью для тех, кому звезды решили улыбнуться. Пунит Нахата известен своими точными предсказаниями, и на этот раз звезды ясно указывают на внезапное улучшение благосостояния для ряда знаков. Считается, что планеты Венера и Юпитер играют ключевую роль в финансовых делах, и их положение в середине октября откроет двери к неожиданным возможностям. Но помните, друзья, гороскопы – это не гарантии, а руководство к действию. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие астрологические прогнозы, и не забывайте, что удача приходит к тем, кто ее ждет с открытым сердцем. Первый знак – Телец. Телец – ваш знак всегда славился умением притягивать к себе материальные блага. Вы – мастера стабильности, и звезды в этот период решают, что пора вам вернуть долг за все ваши старания. Пунит Нахата предсказывает, что ваша практичность и терпение будут вознаграждены. Это может быть давно ожидаемая прибыль, удачная сделка или инвестиция, которая, наконец, принесет дивиденды. Финансовая удача будет буквально следовать за вами, и деньги могут прийти через работу, сделки с недвижимостью или даже неожиданное наследство. Но не спешите тратить все сразу, помните, что ваше умение планировать будущее станет залогом долгосрочного успеха. Не забывайте, что удача часто приходит к тем, кто умеет отпускать контроль. Иногда вы, тельцы, так зациклены на своих планах, что не видите возможностей, которые появляются неожиданно. В этот период звезды подталкивают вас к тому, чтобы вы немного расслабились и позволили Вселенной делать свое дело. Возможно, именно благодаря такому подходу удача окажется на вашей стороне. А теперь представьте, вы наконец получаете те самые 5 миллионов, на что бы вы их потратили. Второй знак – Рак. Раки, для вас этот период – время больших перемен, и они будут в вашу пользу. Звезды выстраиваются таким образом, что ваша чувствительность и интуиция помогут вам найти ключ к финансовому успеху. Пунит Нахата предсказывает, что деньги могут прийти оттуда, откуда вы совсем не ожидали. Может, это будет старая идея, которая вдруг обретет популярность? Или вас пригласят в проект, который взлетит буквально на ваших глазах? В любом случае, звезды говорят, что удача в финансовых вопросах будет идти рука об руку с вашей способностью понимать людей и предвидеть их желания. Для вас, раки, особенно важно довериться своему чутью и внутреннему голосу. Вы знаете, как никто другой, когда следует действовать, а когда отступить. Пунит Нахата уверен, что ваша интуиция в этот период будет на высоте. Так что если почувствуете, что стоит рискнуть, рискните. Кто знает, может, ваш миллион уже ждет за углом. И не забудьте, что удача – это не только материальные блага, но и счастье, которое можно найти в повседневных мелочах. Иногда, обретя финансовую стабильность, мы открываем для себя мир новых возможностей. Третий знак – Весы. С 15 октября знак зодиака Весы может рассчитывать на внезапный финансовый успех, и речь идет о целых 5 миллионах. Давайте разберемся, что это значит для наших утонченных и гармоничных весов. Весы, вы всегда стремитесь к равновесию и гармонии, и, похоже, Вселенная решила вознаградить вас за все ваши усилия. Этот период обещает быть по-настоящему щедрым. Пунит Нахата предсказывает, что деньги могут прийти совершенно неожиданно, это может быть выигрыш, наследство или даже долгожданная премия на работе. Для весов, которые обычно тщательно взвешивают каждый шаг, это будет прекрасное время отпустить все сомнения и позволить удаче войти в вашу жизнь. Ваш знак известен своей дипломатичностью и умением находить общий язык с людьми, и именно эти качества могут помочь вам заключить выгодные сделки или завести важные контакты, которые приведут к финансовым успехам. Не забывайте, что звезды любят тех, кто умеет сочетать разум с интуицией. Весы, ваша интуиция в этот период будет как никогда остра, и если почувствуете, что пора рискнуть, не сомневайтесь. Может, кто-то из старых знакомых внезапно напомнит о себе, предложив выгодную сделку. Или вы, наконец, решите вложиться в то, что давно рассматривали, но боялись.
Сейчас не время откладывать. Звезды подталкивают вас к действиям, и чем активнее вы будете, тем больше возможностей для успеха откроется. Но помните, весы, удача – это не только деньги. Счастье и гармония, которых вы так жаждете, также будут сопутствовать вам на этом пути. Возможно, вы начнете замечать, что не только финансовые вопросы решаются, но и личные отношения становятся легче и гармоничнее. Как говорится, счастье любит тишину, но в вашем случае оно будет звучать как победный гимн. Так что готовьтесь к тому, что удача будет сыпаться на вас со всех сторон. Четвертый знак – Стрелец. Индийский астролог Пунит Нахата предсказал, что с 15 октября знак зодиака Стрелец может ожидать финансового прорыва, речь идет о целых 5 миллионах. Что ж, Стрельцы, готовьтесь к волне удачи и неожиданного успеха. Давайте разберем, что именно ждет вас в ближайшие дни и как звезды помогут вам достичь этой цели. Стрельцы, вы всегда известны своим оптимизмом, стремлением к новым открытиям и авантюрам, и с 15 октября эти качества принесут вам не просто успех, а настоящий финансовый триумф. Пунит Нахата предсказывает, что этот период будет наполнен возможностями, которые могут буквально изменить вашу жизнь. Ваше стремление к свободе и новые идеи, которые вы давно вынашивали, начнут приносить плоды. Если вы думали начать новый проект или вложиться во что-то, что вас вдохновляет, сейчас самое время действовать. Ваши мечты о больших свершениях начнут сбываться, и звезды будут направлять вас к удаче. Пунит Нахата утверждает, что деньги могут прийти из совершенно неожиданных источников, это может быть выигрыш в лотерею, неожиданное наследство или даже успешная инвестиция в бизнес, о котором вы так давно мечтали. Главное, не упускать возможности, которые появляются буквально на каждом шагу. Но помните, Стрельцы, что финансовый успех – это не только про деньги. Это также про личностный рост и возможность изменить жизнь к лучшему. Ваше стремление к знаниям и развитию будет особенно важно в этот период. Возможно, вы встретите людей, которые поделятся с вами ценными знаниями или откроют новые горизонты. Ваша удача будет связана не только с материальными аспектами, но и с вашим внутренним миром, который на этой неделе будет полон позитивных изменений. Представьте себе, вы наконец-то реализуете свои мечты о путешествиях, финансовой независимости и личном успехе. Как бы вы потратили свои 5 миллионов? Может, отправитесь в кругосветное путешествие? Или вложите деньги в свой собственный проект? Пятый знак – Скорпион. 15 октября знак зодиака Скорпион получит невероятный шанс, возможность выиграть целых 5 миллионов. Что ж, Скорпионы, готовьтесь к большой удаче. Давайте разберем, как звезды выстроились в вашу пользу и что вас ждет в ближайшие дни. Скорпионы, вы мастера стратегий, и ваше умение видеть скрытые возможности наконец-то начнет работать на вас по полной. Пунит Нахата говорит, что начиная с 15 октября, вам стоит прислушиваться к своей интуиции и использовать каждый шанс, который подбрасывает вам судьба. Это будет особенный период, когда неожиданное может стать реальным. Ваша решительность и внутреннее чутье позволят вам не только оказаться в нужном месте в нужное время, но и принять правильные решения, которые приведут к финансовому успеху. Возможно, это будет что-то совершенно неожиданное, например, выигрыш в лотерею или внезапная финансовая поддержка от старого друга. А может, звезды подкинут вам невероятное предложение по работе или бизнесу, от которого просто невозможно отказаться. Важно помнить, что удача не любит промедления, так что если почувствуете, что момент настал, действуйте. Скорпионы всегда знали, как получить то, что они хотят, и теперь звезды готовы подыграть вам. Но не только финансы обещают порадовать вас. В личной жизни у вас также будет много приятных сюрпризов. Возможно, кто-то сделает вам неожиданное признание или отношения, которые долго стояли на месте, наконец-то перейдут на новый уровень. Не упускайте возможности, звезды сейчас работают на вас, и все, что вам нужно сделать, это позволить удаче войти в вашу жизнь. И вот что интересно, когда речь идет о скорпионах, всегда есть место неожиданным поворотам. Возможно, ваш успех придет оттуда, откуда вы меньше всего ждали, старый друг напомнит о себе или вам предложат участие в проекте, который в будущем станет очень прибыльным. Главное, будьте открыты ко всему новому и не бойтесь рисковать. Ведь, как сказал один мудрец, большая удача приходит к тем, кто не боится ее встретить лицом к лицу.
А как вы думаете, куда бы вложили свои 5 миллионов? Путешествие, новый бизнес или, может быть, долгожданная покупка? Напишите в комментариях свои мысли, ведь обсуждение удачи – это уже шаг к ее достижению. И, конечно, не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех астрологических прогнозов и не пропустить свои звездные моменты.